Ой, в одном месте держать. Ага, ну чипсы. Это наша космическая еда. Это секретная форма. Ладно, я не снимаю. Попросили же протереть. У нас артист это делает. Нет. Смотрите. Прямо сейчас. Йоу. Зачем вы сделали йоу? Все очень круто, но нелогично. Я сумасшедшая, ты нетипичная. Забери меня сниматься уже. Как нет. Будешь готова, так сразу. Знаете, как я могу живот тягивать? Ну, сейчас я выдохну. Скорей. Так. Короче, смотри, какая я красивая. Отлично. Супер. Очень красиво. Есть? По-моему, все вместе сошлось. Есть, очень сошлось. Мои волосы, все очень. Я предлагаю отражать вот эту собачку в любом случае. Она сразу меньше станет. Я просто думаю, ну типа какие-нибудь, знаешь, как будто белый пластик. Давай, давай, хорошо. Изоленты, допустим. Ну, ты... Пока так начнешь. Да. Все равно это все на крупниках. Я супер-супер-супер герой. Все. Классно. Я там вместо. Мне становится уже дурно, потому что я уже 15 минут с него. Может, он еще снимать, ребят? Я что так тороплюсь? Уходит. Воздух. Ладно, выглядишь супер. Спасибо. Я выгляжу потрясающе. Сейчас первая сцена, мы снимем пробуждение. У нас камера будет так 360 крутиться. Начинает. И зум такой на твои глаза. Ты так просыпаешься. Начнем с этого и постепенно будем. Давайте, я уже хочу. Не-не-не, ну кусочек. Нам надо, чтобы все получилось. Все тело, я уже не могу. Это невыносимо нервно. Все хорошо, ты выглядишь великолепно. Да, ты прям хорошо лежишь. Я чуть приподнялась, чтобы кровь пустить. Все, окей. У тебя есть кровь? Кровь. Это робот. Лена, это все ради тебя. Я знаю, я знаю. И поехали. И остановись. Глаз. Стоп! Еще раз. Глаз закрыт. И открываешь глазик. Ага. Стоп! Идеально. Идеально. Да, стоп. Да, да, да. Вот сейчас будет. Это такое не по душе. Ты раздеваешь меня до души. Так откровенно сыпятся искры. Так ярко, так искренне. Пожар внутри. Поймай мой ритм. Все очень круто, но нелогично. Я сумасшедшая, ты нетипична. Пожары кругом, жара аномальна. Не банальная любовь, это реально. И каждый день будто с нуля. Идеально, не правда ли? Идеально, не правда ли? Можно, не обязательно их хвалить. Привет, ребят, мы снимаем клип. Ну, собственно, смотрите процесс. Я из будущего. Чу себе, какой большой пазл. Заправить пазл одной фразы, но нет связи, с тобою нет связи. Так хочется лечь лицом вниз, но нельзя. Главное, чтобы он держался ровно. Да, по сути, у тебя большой слегка чуть ниже, вот, чуть ниже придерживает. Но задний палец прям сзади должен быть, да, не сверху. Теперь смотри. Смотри, не растопыривай пальчики, просто ты их слегка отпускаешь. У меня пальцы короткие, большой. Не-не-не, здесь у тебя получается. Смотрите. Лена, ты здесь самая талантливая, у тебя все получится. Да, конечно. И че, как у них разъехать сейчас? Можешь подсесть ко мне поближе? И теперь растаскивай. Через, да, вот эти два, соответственно, ведут. Да, только другие пальцы, которые не давят, вот. И просто подкручиваешь. Например. Фишка в том, что он должен быть на месте, а твои руки... Блин, вы что, маги? Смотри, какая штука, ты смотришь со стороны, поэтому тебе кажется, что у нас получается лучше. Он просто прозрачный, в этом и прикол. Ну попробуй в одном месте держать.
Нет, ты его сейчас... Вот он должен стоять на месте. А ты? Вот, да, например. Вот, очень красиво. Да, он практически на месте. И не старайся сильно напрягаться, делается мягко и не парься, все будет нормально. Вот, ты можешь боком вообще это... А, хотя так будет... Ну, хотя так тоже можно. Короче, история такая. Я поняла, ты то крупно, то далеко. Мне нужно меньше суетиться, медленнее все делать. Все. Кстати, да. Это было бы хорошо. Нет, версию сейчас... Сейчас мы сделаем версию без пения. И сыграем со светом. У нас будет сейчас единичный свет. Yes. Склеимся. По плейбэку посмотрите. Первый, который сняли, и сейчас. Давай. Давай. Тебе это сложно? Сейчас, будет? Лен, пожалуйста, сейчас мы быстро глянем. Пойдем посмотрим. Быстро. Здесь могла бы быть ваша реклама. У меня волос на чипсине. Да и ладно. Космическое питание у меня. Космическое. Кстати. Это не чипсы. Это микроэлементы. Кирилл говорит, если бы Мерике дешевле, он бы постепенно вылазить сюда перестал. Как хомяк. Тебе от чипсов плохо не будет? Да. Чипсы — это очень моя еда. Ладно, не чипсы. Это наша космическая еда. Это очень питательные штуки. В ней один день жизни. А следующим тейком снимем с другой стороны. Шарик. Кто-то кричит, да. Круто! Стоп! Стоп! Классно! А теперь слушай. Да сейчас, ага, чтобы ты монтаж это поставил. Это секретная фото. Ладно, я не снимаю. Какая была последняя? Короче, мы снимаем клип на песню «Жара». Guys. И главный чел здесь за моей спиной. Вон он. Да, сегодня сняли клип на... Почти сняли. У нас последняя сцена впереди. Клип на песню «Жара». Это клип из будущего. Про великолепную Лену, которая у нас в образе призрака в доспехах, заточенная в капсулу в космосе, мечтающая о теплоте и любви. Все очень просто, о главном, по-свежему, по-новому. Такая история. Я себя, знаешь, почувствовала девочкой, которая родилась и выросла в космосе, и которая смотрит, ей показывают, прокачивают ее программу, что такое любовь и нежность. И она так на это все смотрит, и так хочется понять, но она вообще не понимает, что это. Смотрите, он должен выйти сейчас уже онлайн. Прямо сейчас. Йоу! Зачем вы сделали йоу? Дед, а ты знаешь, что я тебе сейчас буду жаловаться? И пути. Это то, что человек обычно, вот у него есть функция такая. У меня нет. Я все это время еще и в термобелье хожу. Да ты моя солнышко. Да, я все это время, вот прям супер тепло было. Поэтому I feel you. Я мне всегда... Мне не было, кстати, жарко. Мне тоже, пока я не начала мыть пол. Но при этом... Нет, потому что там еще ультрафиолетовый свет. А что, ультрафиолетовый, что ли, он? Мне кажется, в нем сильнее. Да нет, я пол начала мыть. Ты все готова? Я все хочу, мне все нравится. Я в тебя верю. Кроме моего пуза, оно чуть надулось. Ты прям любишь его так подпробить. Да. Давай сейчас. Делает другой человек. Нет, вот не сюда я никого не пущу. Генри, вот. Вижу, а где ты? Где все нормально. Попросили же протереть. Надо... У нас артист это делает. Нет, почему-то. Я попросила сама. Генри очень замечательный. Вражан, это была шутка. Не надо так шутить, понял. Потому что тогда я начинаю наезжать на своих людей. Тише, ребят, ну давайте мне это самое. Нет, все хорошо. Только позитив. Лучшая команда. Позитив. У нас все сам. В кадре все. У нас хэр позитив.
Вроде все. Не ругаемся. Посмотрите там. У меня хорошо. Все очень круто, но нелогично. Я сумасшедшая, это нетипично. Небанальная любовь, это реально. Между нами пожары кругом. Жара аномальна. Небанальная любовь, это реально. И каждый день будет из нуля. Всем спасибо, мы закончили, смена окончена. Спасибо большое, вы давай сюда, иди сюда. Инопланетянин. Счастлива. Я сегодня похудела. Сюда снимай. Офигеть, я сегодня вода, похудела килограмма на 3. Потому что. А теперь, через несколько часов, я улетаю в Шанхай. Слайсы. Это...